Добрый день, дорогие друзья! Вот только-только я получил книгу, уже текст книги, а мы еще будем работать над обложкой этой книги. Книга называется «Самоформующая его ожившая поэзия». И хочу продолжить наши обзоры прямо вот с этой электронной книги. Пока еще живой книги нет, но электронная вот уже есть по нашей рукописи. И так как мы уже начинали, провели два концерта обзора по этой теме, то начнем, допустим, с 40-й страницы. Вот здесь я наберу 40. Точно не знаю, близко ли мы будем. Ну вот, 40. Вот это здесь у нас Крымский мост, это мы уже проходили. Это приблизительно вторая часть раздела первого. Надо брать не 44, надо брать 54. Даже 60, наверное. Давайте 60 возьмем. Поищем так. О! Вот это уже близко к тому. Это часть четвертая. Да, я там говорил, блок четвертый. Это мы тоже уже проходили. Потом мы пятую часть проходили. Это первая глава. Первая глава – это на композиции, на стихи Самуила Фрумовича из книги Самуила Фрумовича «Его ожившая поэзия». Это шестая часть. Шестую часть мы тоже проходили. И вот начнем третий обзор наш, третий этой книги. Начнем мы вот с этой седьмой части, или седьмой, как мы говорим, седьмого подраздела, раздела первого. Седьмой главы, или как я забыл, как я тогда выражался, неважно. Вот, начнем с седьмой части, вот, раздела первого. Вот как вы должны? Вы должны нажимать на вот эту ссылочку. Лучше всего нажать CTRL и вот на эту ссылочку. И мы с вами сразу попадем на YouTube. Вот она, 1430. Вот это мы сейчас погасим. И вот мы находимся как раз в седьмой части, весь седьмая часть книги. И здесь мы можем уже выбрать, что нам интереснее всего посмотреть. Это каждый имеет право по-своему выбирать. Я выбираю на свой вкус. Но давайте начнем, допустим, «Отшумели годы молодые». Интересная композиция, прямо с первой композиции. И начнем. Включим звук и будем слушать. И исполнение везде Самуила Фрумовича. Итак, видео из интернета прямо с электронной книги мы вот сейчас рассматриваем нашу поющую книгу. Все прошло, тревоги, планы, будни, вторят песня, мечты мои. Отлюбилась, стала чувствовать чудно, вспоминать утраченные дни.
прощено, тревоги главной будни. Вторят песни у мечты мои, отлюбилась, стала чувствовать чудо, вспоминать утра. Приостановим, у нас очень много материала, поэтому давайте посмотрим еще, что интересное есть в этой части раздела первого книги. В разделе первом я отражаю все, ну, часть своих произведений именно на мои стихи. Давайте вот послушаем. Тук-тук, счастье стучится в окно. Все композиции интересные. Поэтому трудно. Слушайте новую песню на самом Лакомовича в видео из интернета. Видео автор ролика Лорена. Ах, любимые, славные женщины, а без вас мужчины. Дайте нам вы минуты мгновения, тук-тук, счастье стучится в окно. Дайте нам вы минуты мгновения, тук-тук, счастье стучится в окно. Разбудит, пусть любимый обнимет, прильнет, тихонько три слова пусть скажет, и не скажет, а пушка шепнет, и тихонько три слова пусть скажет. Останавливаем эту композицию, смотрим еще, что у нас есть здесь интересного. «Ода любви» давайте послушаем. Ну, все буквально интересные композиции. Давайте послушаем «Ода любви». Слова, музыка, исполнение везде самого Лакомовича. Видео из интернета. Синим все окружено, трепещет сердце, нежность рьется, и на мгновенье композиция. Давайте послушаем, что у нас здесь. И на этом закончим, потому что надо переходить дальше. Книга очень большая. Мы хотим сделать обзор всей книги и проверить заодно ее. «Любовный туман». Со слезами на глаза учимся к ней смотреть, он случится, а мне все довольно сладостны,
Приостановим. Следующая композиция, мы уже не будем брать из этой части, а перейдем к следующей части. Это вот смотрите, мы закрываем эту вкладочку и возвращаемся к ней. Теперь у нас уже будет часть седьмая, а мы должны, мы уже прослушали часть седьмую и будем слушать часть восьмую. Последняя часть раздела первого. Здесь у нас вот такие произведения. «И ты меня оставила, мой друг», «Семейный кризис», когда-то так Булата слушал, «Я прошу вас немного», «За дверью лето», ну и другие произведения. Самое главное, нам проверяем, мы сейчас работает ли ссылка, нажимаем на CTRL и на ссылку, и сразу попадаем на YouTube и слушаем композиции этой части книги. Это часть восьмая, раздела первого. Здесь мы должны нажать на «Еще» и выбрать то, что мы хотим. Ну, «Семейный кризис» мы уже слушали. Вот давайте послушаем «Когда-то так Булата слушал». Очень хорошая композиция. Слова везде мои, музыка, исполнение, слова, все здесь мое. Видео. Друзья, послушайте новую музыкальную произведенную композицию «Экспромт». Слова, музыка, исполнение, самого Фоминовича, видео из интернета, из цикла «Ожившая поэзия». Когда-то так, послушал. Отшибся я. Получилось. Что за душу мне дадите? Ну, давайте это послушаем. Не надо торговаться. Лучше душу похвалите. Я прошу вас немного, что душа моя желает, просто неги, просто ласки. Моей милой не хватает. Я прошу вас немного, что душа моя желает. Просто неги, просто ласки. Останавливаем эту композицию. Смотрите, для того, чтобы полностью прослушать композицию, надо вот здесь набрать «Фрумович» и «Я прошу вас немного». И нажать на лупу или просто нажать на Enter. И робот YouTube сразу найдет то, что вам надо. Так, значит, «Я прошу вас немного». Ну, давайте еще «За дверью лето» послушаем. «За дверью наше уже лето». Немножечко послушаем эту композицию. Следующая композиция «За дверью лета».
Сама музыка исполнения, все самое. К сожалению, у нас времени мало, и я вас уже познакомил с разделом первым нашей книги. Раздел первый – это все композиции, их всего в книге 80, на стихи Самуила Фрумовича. Теперь возвращаемся к книге и переходим уже к разделу второму, но не к самому разделу. Вот смотрите, здесь у нас были обзорные 80 композиций. А теперь дальше у нас в книге есть композиции на стихи Самуила Фрумовича. Теперь каждая из этих 80 композиций отдельно дается. И вы можете полностью прослушать. Вот, допустим, Пушкину. Давайте чуть-чуть послушаем. Это важная часть нашей книги. Собственно, из нее-то все и складывается. Вот я нажал на эту ссылочку и слушаем первую композицию нашей книги с первого раздела. «Давай, мой друг, отучимся любить». Немножечко послушаем, и потом я вам покажу дальше, как складывается вся эта книжка. «Давай, мой друг, отучимся любить». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Давай, друг, отучи.
любить. Твою тьма, отчужда страданий, и будем просто по свету бродить, и не танцевать, не петь, не играть стихами, и будем просто по свету бродить, и не танцевать, не петь, не играть стихами. Наш там женщины, любовь, наш романс и советы, дай прошлое поэты, дай завет, задумка слов, дай прошлое. Давайте в конце послушаем, чем же заканчивается эта история. Послушали эту композицию, возвращаемся к книге. Возвращаемся к книге. Надо закрыть вот эти вкладочки. Следующая композиция у нас. А затем у нас идет описание этой композиции. Описание. Тут немножко неудачное описание слишком многих композиций. Затем идет вот «Очаровательные глазки». Давайте послушаем еще. Тут полностью «Очаровательные глазки». Тоже вот берем, нажимаем, проверяем эти ссылочки. Ну, короче, здесь 80 композиций таких, конечно, мы не можем их даже обзорно показать. Немножечко вам покажу и перейдем. На этом закончим. Первый раздел. Музыка, исполнение, слова самого Фомоновича из цикла «Ожившая поэзия». Очаровательные глазки. Впервые встретил я в Крыму эти ночи деласки, и никак забыть я не могу. Теперь уже весной мечтаю скорее в Крым, скорее в Крым, туда, где красотой земною меня в сердце поразил, туда, где танго зазвучала и закружилась голова, туда, где я сказал впервые: для жизни главные слова. Танго — это наша мечта. Танго — это ты.
останавливаем, возвращаемся к книге, смотрим, какие еще этих здесь композиций. 80, поэтому, конечно, мы не можем все их прослушать. Давайте пробежимся для того, чтобы почувствовать раздел первый. Вот еще гимн женщине. Давайте немножечко послушаем гимн женщине, проверим, работает эта ссылка. Вот я здесь неправильно сделал, не нажал. Друзья, послушайте, ну, потом нажму. Цикла надо на цитерелочку. Песню назвал «Гимн женщине». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича, видео из интернета. Эти откровения прелесты мои, но наконец пришел, настал. Женщина тебя чудесней, мир не придумал, не создал. Откуда точно неизвестно нам, где красота еще живет, и в этом мире бесконечно никто вас, женщин, не поймет. Откуда точно неизвестно, где красота еще живет, и в этом мире бесконечно никто вас, женщин, не поймет. О, женщина, ты всех красивей, мир не видал таких чудес. Из-под небесья, из небес. О, женщина, ты всех красивей, мир не видал таких чудес. Недаром к нам ты прилетела, из-под небесья, из небес. Приостанавливаем и возвращаемся к книге. И возвращаемся к книге. Вот видите, мы вернулись не туда, куда мы хотели. Сейчас надо приблизительно брать, наверное, сотую страницу. Давайте возьмем сотую страницу. Это большая часть нашей книги, где все композиции на мои стихи. Признаюсь тебе, дорогая, ах, Москва, моя Москва. Давайте немножко послушаем. Ах, Москва, моя Москва. Опять я не нажал. Опять я допустил ошибку. Ну, теперь мы знаем страницу. Новую музыкальную поэтическую композицию. Давайте немножко послушаем. Ах, Москва, моя Москва. Здесь уже полностью. И стихи, и... Ах, Москва, моя Москва. И композицию можно послушать. Ты всегда родной была, и теперь родней вдвойне. Здесь дыхание в тишине, здесь следы минувших лет, поражений и побед. Здесь сердечные движения и моей любви волнения. И не зная, что сказать, стал я песни сочинять. Только голосом скажу, бесконечно вас люблю. Все, что связано с тобой, назову своей судьбой. И поймут меня друзья, без Москвы нам жить. Yeah.
возвращаемся к книге. Возвращаемся к книге. Это уже будет где-то 110 страниц. 110. Попробуем найти. Да. Ну, у нас этот раздел большой. Вот мы поем с Есениным. Мы поем с Есениным. Любить, ласкать и быть любимым. Наваждение. День ангела настал. Эту песню. Вот 116 страница. Снова очаровательные глазки. Здесь уже Деброва исполняет. Замечательно. Мне очень нравится. Но мы это уже смотрели. Поэтому это пропустим. Погасти у меня желание. Вот аннотация. Комментарий Валентины Борейко, нашего эксперта. Счастье близко, счастье здесь. Музыка и любовь. Музыка и любовь. Давайте вот маэстро немножко послушаем. Или маэстро, по-моему, мы слушали. И он тихо ушел, говоря, повторяет. Тоже слушали замечательные вещи. Подожди, и я шепну люблю. Вот давайте послушаем эту композицию. И на этом будем заканчивать наш обзор раздела первого нашей книги. Подожди, и я шепну люблю. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт», которую я назвал «Подожди, и я тебе шепну люблю». Слова, музыка, исполнение Самуила Карбовича. Видео из интернета. Подожди, и я тебе шепну люблю. Ты мне шепчешь о любви слова. Я счастьем нашим наслаждаюсь. Подожди, я тебе шепну люблю. И прибавлю сладостные каюсь. Если честно, никогда не знал. Счастье разве может скрыться в слове? Нежных слов и ласки избегал. Время ведь жестокое такое. Если честно, никогда не знал. Счастье разве может скрыться в слове? Нежных слов и ласки избегал. Время ведь жестокое такое. Приостановим. Давайте, может, еще что-нибудь послушаем. На заключение последнее, ибо нам надо сворачиваться, мы в условиях больницы. Давайте я повсюду слышу Есенина. Еще послушаем. И на этом закончим сегодняшний обзор-концерт из книги, уже непосредственно из книги Самуил Карбович и его жившая поэзия. Друзья, послушайте, ну, еще видео из интернета, из цикла «Жившая поэзия». Я повсюду слышу Есенина. Я повсюду слышу Есенина, о поэте Русь причитает, и березкой клёна павший по Серёге везде скучаю. Шагане загрустила шибко, где же песни и где мой милый синячей и его улыбка, что с ума всех девиц сводила. Я слышу его, я помню,
отзвенели сини ночи, и вопросы меня ли слышу. Ты моя, открывает очи. Ты запой весенний, что года, что столетия, годы мы с тобою поем, Серега, о любви у окна природы. Ты запой весенний, что года, что столетия, годы мы с тобою поем, Серега, о любви у окна природы. Пусть проходят, бегут столетия, не жалеем, не ждем другого. Мы с тобой всегда, Есенин, у России крыльца родного. Я повсюду слышу Есенин, о поэте Русь причитает, и березка, и клен опавший. По Сереге везде скучаю, я повсюду слышу Есенин, о поэте Русь причитает, и березка, и клен опавший. По Сереге везде скучаю. И на этом, друзья, я заканчиваю наш обзор, третий обзор книги Самуила Фрумовича «Его ожившая поэзия». Простите за неудачную запись, ибо запись ведется прямо из больничной койки. Всего доброго, с вами был Самуил Фрумович. До свидания.